Ямале завершился первый международный арктический и медицинский форум. В числе основных обсуждаемых вопросов – достижение продолжительности жизни северян в 76 лет. Такую задачу перед российским здравоохранением поставил президент России Владимир Путин. Сегодня приоритетом для всех нас является увеличение продолжительности и повышение качества жизни северян. Крайне важно повышать медицинскую грамотность самого населения, формировать правильное отношение к собственному здоровью. И придет понимание, что это главное богатство человека. В этом национальная безопасность, сила, благополучие нашей страны, да и всего мира. Во время форума прошел ряд встреч. Это пленарные заседания, тематические секции, стендовые доклады. Также работали островки здоровья и различные выставки, в том числе медоборудование. В рамках форума были подняты актуальные вопросы арктического здравоохранения, саморегулирования профессиональной деятельности, сотрудничества между врачом и пациентом. Мы будем поднимать именно те проблемные вопросы, которые в первую очередь волнуют наших жителей и на которые направлена наша повседневная работа. Мы поделимся опытом с друг другом и надеемся, что совместными вот усилиями в ходе дискуссии мы найдем пути решения этих сложных задач. По итогам форума принята резолюция, которую направят в Министерство здравоохранения Российской Федерации и в медицинские организации, пишет пресс-служба губернатора.